Всем привет! Хочу вместе с вами распечатать коробку. Я уже ее раскрыла. Не хочу терять первые эмоции. Вместе с вами нервничаю. Будем раскрывать, смотреть. Посылку я получила от Юльчика. У Юльчика свой канал в YouTube называется «Египет в деталях». Подписывайтесь, заходите в гости. Юля мне прислала такой подарочек. Будем смотреть. Я в шокере. Так, не будем сильно шерудеть. Что это? Это мочалочка, рукавичка Мигоспа Lifestyle. Натуральная. Это же натуральное волокно. Сейчас мы с вами раскроем и посмотрим. Ага. Как запечатано. Подальше, чтобы не сильно шуршать. Опа. Класс. Ничего себе. Антицеллюлитно. Будем сгонять сало со всего тела. Класс. Вообще здесь такая мягкая. А здесь скрабирующая. Made in Египет. Вот написано. Боже, Юля. Ну все, спасибо большое. Так. О боже, вытаскиваю все, что сверху. Вот в таком прикольном пакетике, мешочек. Раскрываем. О май гад. Боня, отойди, не до тебя. Что это такое? Ё-моё. Это духи. Боже, какой аромат. Пахнет. Вот только открыла коробочку. Смотрите, какая классная. Вообще. Вот такой флакончик. Стеклянный, тяжелый. Боже, я ж деревня, не знаю, как его открыть. Откручиваю. О, боже. Смотрите, здесь такая стеклянная, вот, стеклянная палочка. Боже, какой аромат. Нанесу, буду пахнеть сегодня. Обалдеть. И шар этот такой тяжелый. Это или духи, или масло. Масло такое, наверное, или духи, не знаю. Я вот сюда нанесла. Пахнет. Нравится, класс. Спасибо, Юльчик, большое. Боже. Все, поставлю туда сервант. Там, где у меня косметика. Так, это что такое? Это, наверное, шапка. И на флисовой такой подкладочке. Это, наверное, Артему. Как вот эта штука называется? Я забыла. На шею вместо шарфа. И шапка. Супер вообще. Юля угадала мои мысли. Я вот только думала выбросить Артема шапку и купить ему новую, какую-то такую стильную. Класс вообще. Темного серого цвета, как раз под нашу куртку новую. Юля, ты как прочитала мои мысли? Боня, ты тоже хочешь? Боня, у нас же, у нее слабость по шапкам, увидела, что я в руке кручу. Тихо. Класс, сейчас передам Артемчику, он будет очень рад. Спасибо большое. Так, что дальше? Так, что это такое? Вазелины. Это что-то арабское или египетское. 200 миллилитров. А я не знаю, что это. Интенсив Кия. Так, Боня. Так. Какое-то или масло, или гель для душа, или шампунь. Что-то такое беленькое. Может, лосьон? Боня, тихо. Короче, сейчас шампунем намажусь. Я потом у Юли спрошу. Может, она мне в комментариях напишет. Может, это какой-то бальзам для волос. Пахнет приятно, нежненький такой аромат. Так, давайте с ведра.
Ой-ой-ой, тяжелая. 100% натуральное масло ши. Еще оно имеет название карите, а я знаю. Так, да, вот даже написано карите баттер. То есть твердое масло 1 килограмм. Ничего себе. Так, а это интересно, косметическое оно или... Да, наверное, косметическое. Офигеть, я в шокере. Это золотое масло. Оно, кстати, гипоаллергенное, очень питательное, нежное. Даже можно использовать маленьким деткам, младенцам. Да. Я с такого масла варила мыло натуральное детское. Вот оно закручивается. Ого. Сейчас поставлю в холодильник. Класс. Как пахнет? Сладко пахнет карамелью. Какие-то такие карамельные конфетки. Боже, спасибо огромное. Это же вообще, это золото. Вот это масло. Масло каритеши. Это золотое масло. Ой, боже. Сейчас сойду с ума. Так. Опять загадка. Баттер. Лип баттер с витамином Е. Ши баттер плюс витамин Е. Это, наверное, фармаси элит или АТФ, или как. Наверное, бальзам для губ. Лип баттер. Я так подозреваю, это, наверное, бальзамчик для губ. В такой упаковочке. Баночка. Баночка стеклянная. Скорее всего, да. Сейчас откроем. Точно. Ой, оно еще, знаете, чем пахнет? Оно пахнет эфирным маслом. Да, скорее всего, это бальзам. Или для сухой кожи, или для губ. Я еще у Юли уточню. Жирненький такой, питательный. Ну все, этого бальзама мне хватит уже на 3 года вперед. Класс. Аромат такой приятный. Ой, такой немножко типа эвкалипт, цитрусы. Цитрусовые нотки. Обалдеть. Спасибо, Юльчик. Я такое люблю. Всякое разное в такой коробочке. Так. Так, это я уже потрогала. Знаю, что это. Это я... Суруп. Боже. Что это, Юля? Хай бог мылый. Что это такие? Может, тоже какой-то бальзам? Блин. На русском ни слова. Все буду спрашивать. Ой, что это такое? А может, это вообще не косметика? Может, это что-то сладкое? Ой, прикольно. А что это такое? Ой, это что-то другое, какой-то аромат. Тоже такой идет. Может, это скраб для губ? Вот такой. Как на варенье похоже. Тоже классно так пахнет. Там какие-то частички внутри. Видно, как заливалось оно, застыло. Я потом у Юльчика узнаю. Скраб. Вот, по-моему, написано. Lip scrub. Наверное, это скраб для губ. Вот, кто соображает, скажите мне, что это. По-моему, скраб. Вообще бомба. Одни баночки чего стоят. Так, это нашему младенцу. Рошеновские конфетки. Тра-та-та-та-та. Положу ему под елочку. Так. Ой, ничего себе, Милка. Так, это молочный шоколад с лесными орехами, да? О, боже, какая здоровая. 270 грамм, с ума сойти. Все, долой диету, это мы приговорим с Артемом. Спасибо большое. Ой, еще что-то есть, я и не видела. Так, это у нас что? Или сахар, или соль? Спа, милк, скин, антипрематур. Я сейчас тут начитаю. А, вот, это, наверное, скраб, да? Боже, что это, товарищи? Кто понимает, кто разумеет эту мову? Экстрактка. Это что-то... Может, это... И оно такое мягкое внутри. Но это как или сахар, или соль. Я не могу понять, что это.
Короче, загадка для меня. Буду спрашивать. Спасибо, Юлик. И, по-моему, это что? Это или манго, или что? Это какой-то фрукт. Сейчас откроем. Ой, моя бусинка. Это, наверное, манго. Точно. Ой, надо его сегодня приговорить. Мягкий уже. Мягкий, да. Пахнет как вкусно. По-моему, манго. Папайя не такая, правда? Манго. Так, да, красненький бачок. Спасибо. Ой, боже. Так, все, это забираем. Девчонки, вот такая... Это они тут положили пленку, чтобы видно... Не амортизировала, представляете? Я в шоке. Какие подарки? Я в шоке, Ре, вообще. А это чего стоит? Или духи, или масло, наверное, ароматическое такое. Как оно пахнет вкусное. Ну-ка, рука еще пахнет? Да, естественно. Юля, боже, большое тебе спасибо. Так приятно. Да, Боне тоже приятно. Да, Боня? Боня сидит на диване, рыдает. Спасибо огромное. Артему передам. Обязательно. Ты мне напиши, что это за баночки. Ну, как я поняла, это бальзам и скраб. Вот эти. Баттер, масло или бальзам для губ и скраб. По-моему, так. Боже, все, я в шокере. Все, целую. Заходите к Юлии на канал. Канал называется «Египет в деталях». Подписывайтесь. Да, Боня подтверждает мои слова. Слышите, да, приглашает всех и благодарит, и все, я не знаю, что говорить, я начинаю нервничать, я очень благодарна, спасибо большое, очень приятно, да, перед Новым годом получить такие подарки, да, слышите, да? Она хочет на стол, увидела шапку. Все, всем спасибо за внимание, Юльчик, тебе отдельная благодарность, да, Боня, ты меня сбиваешь, все. Пока-пока. Спасибо огромное.